С рабочим визитом в Дагестан прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. Первым он посетил республиканский перинатальный центр в Хасавюрте. Полпреду показали отделение реанимации, интенсивной терапии, общие палаты и пищеблок. Побеседовал Меликов и с коллективом центра. Учреждение обслуживает сразу несколько крупных районов и является одним из самых современных родильных домов в республике.